Ой, не знаю, ничего не видно, наверное. Хочется показать вам, какие я штанги купила себе. Не знаю, наверное, ничего не видно. Вот. Мне бы, конечно, к ним еще какую-то такую бы желтую бы какую-то маечку я хочу, такую без рукавов. Он так хорошо смотрится. У меня есть маечка, но она такая не по цвету не подходит. А если такую маечку вот желтенькую или черненькую. Мне больше желтенькая хочется. Видите, какие штаны. И они это такие тоже, ну, дышащие. Самое главное, дышащие. Знаете, как классно? Мне это нравится. Не знаю, я все, что хочу, то и покупаю. У меня нет никаких проблем. Покупаю за свои деньги. Так что. Начала копить себе на зубы. Вообще, начала копить себе на зубы, ну, потому что в России что-то я уже никакие зубы делать не хочу, потому что там теперь вот эти, ну, санкции, там нормальных, наверное, больше уже не будет препаратов, ну, этих, чтобы зубы делать. И мне тут одна моя подписчица, я с ней по телефону разговаривала, такая женщина приятная из Казахстана. Она мне сказала, что можно сделать зубы недорого в Турции. Ну вот, не знаю. Кто знает, расскажите там, сколько это мост из 4 зубов будет стоить. Ну, я, знаете, еще боюсь, что мне, наверное, там будут ставить имплант, потому что у меня там, ну, совсем плохо. С имплантом это мост на 4 зуба, сколько в Турции. Может, тогда придется в Турцию ехать зубы делать. Ну, значит, сколько я набрала? Где-то на... Ладно, поищу сейчас чек. В общем, это я купила в зоомагазине. Это стоит 5,25. Видите, даже подешевело. Даже подешевело. Было почти 6. Так. Этой 2 евро. Не буду гадать. 2 с чем-то. Это как и было в 90 сантимах, так и есть. Так, это у меня что-то на 5. Это нет. О, смотрите, даже подешевело. Нифига себе, подешевело даже 3,25. Почти килограмм, смотрите. Килограмм вот 3,89. А вы говорите, вон даже подешевело. Это вот 50 сантимов, как был 50 сантимов. Хлеб так 50 сантимов и есть. Я не знаю, откуда вы это берете, что мы будем тут голодать. Я ничего не понимаю. Вот чек, чек, чек. Вот 57 сантимов хлеб стоит. Всю жизнь столько стоит. У Эвас яйца евро 95. Ух ты, так подешевели даже. Все подешевело. 2 было с чем-то. Меско де верду. А, это у меня вердура там. Так, смотрите, вот. Я взяла сальмон. 2 кусочка. Килограмм стоит 15, видите? И тут почти 500 грамм, 7,85. Сальмон. Это 80 центнеров. Ну, потому что другого салата нету. Моцарелла, по-моему, где-то 90. Она была 90, так и есть. Или 90. Моцарелла. Ой, нет, ничего не найдешь сейчас. Алименто гатас. Вот 4,75. Как обычно. А сукар 77 даже сантимов. Даже не 80, даже 77. Нифига себе. Полиосаду 5,14. Тоже не, это недорого. Энсалада. Видите, вообще 55 сантимов. Вот это 55 сантимов. Угу. А вот если палитос де мар, это крабовые палочки, евро 95. Вот лечо 99 сантимов. Это молоко. Кесом. Угу. Вот, 85 сантимов, вот. Кесо моцарелла, вот. Оно было все время там. Стоило. Абрикосы, евро 25.
И адвокат, хотел сказать, авокадо, евро 85, 44, 79. Ну, все, вот я вам показала. Нет, нормально все. Какие бы... Все у нас тоже на это, ажиотаж кончился, как и у вас. Люди успокоились, у нас и цены тоже все обратно ушли. Мне тут сын написал, у нас цены все снизили, все нормально, так у нас тоже все нормально. Но ажиотаж так, люди вот пугаются, конечно, страшно, начинают хватать все, поэтому цены поднимаются. Где Муська? Ну, эти засранцы такие. Хотела в этом зоомагазине Васе какие-нибудь эти витаминки купить. Ну, как старичку. Так сказали, нет, идите к ветеринару. Блин, а там все так дорого у ветеринаров. За это один прием только надо сколько-то? 40 евро заплатить. Плюс еще эти витамины, не знаю, сколько будут. Нет, как бы. Ну, чего уж витаминки можно было кошкам в магазине. Чего витамины, это же не лекарство. Да, Васечка. Хотела тебе старичку какие-нибудь, думаю, минералы там что-нибудь. Старичку. Да, такого. Не, дорого, значит, ветеринарно. Дорого, дорого. Ходим в крайнем случае, если что случилось. Не ной, Муся. Ну, это у нас считается, что это очень хороший корм. Он считается, стерилизатор, видите. Вот. Ну, нормально. Не знаю, пишут, что все минералы, все витамины, все есть. Будем надеяться. Полиосаду, видите, беру. Ну, это, знаете, потому что это иногда Лёша не вовремя скажет, что ему надо скорее-то, ну, что-то с собой брать. И вот кусок хлеба, да вот эту курицу, да салатик, там, и все с собой ему. Не знаю, что там написано, что там за Лёшей не слежу. Да бедный Лёша, да несчастный. Знаете, мужики, если бы был бедный, да несчастный, он бы 10 лет бы с одной и той же бабой бы не жил. Что? Если мужику что-то вот не нравится, он же не будет терпеть, как бабы терпят десятилетиями. Не, мужик сразу себе другую бабу найдет, если ему что не устраивает. Смотрите, они вот все время об эти колеса трутся, а? Вот смотрите, я еще одну делаю, но это все последнее, потому что уже так жарко стало, что нет, это невозможно. Невозможно вообще это. Очки спадают, потому что все в поту, руки мокрые. Нет, невозможно. Вот. Я вот все время вот такие наборы покупаю. Мне нравится. Раз это... Испанцы тоже все время это покупают. Отваришь на друшлак и этим польешь этим маслом. И все. Вкуснотища. Мне нравится. Это Леша такое любит. Это тоже для Леши. Тоже если он приезжает, и меня, например, дома нет, он сам себе разогревает и ест. У меня все продумано до мелочей. Все продумано. Вот они, эти палочки крабовые. Так. Что еще у меня там? Картошка тоже. Вот он любит картошку фри. А он не ест другое. Если ему вот это вот сварить, он не будет это есть. Ему картошку фри надо. И вот, я 10 лет с ним живу, я уже знаю, что ему надо и что бесполезно. И все вот эти ваши претензии, ну просто, чтобы вот гадость написать и все, больше ничего. Вас бесит, что у меня другое мнение, что я его свободно высказываю, что хочу, то и говорю. За все эти 6 лет, сколько вы мне там угрожали и писали, ничего это не подтверждается. И ездила я в Россию и ходила на это, на Красную площадь. Никто там меня не поймал, никто меня не посадил. За то, что я веду свой канал и высказываю свое мнение. Мне все говорили, вот ты как только приедешь, тебя сразу это в аэропорту скрутят. Да ничего никто не скрутит. Тут эти... Блогеры вообще такие вещи страшные болтают. Ничего-то никто их не скрутил, никуда не посадил. Не знаю, мне кажется, это...
кажется, они только боятся вот те людей, у которых, ну, огромное количество подписок. И а что у меня там 5000 всего подписок? И они боятся еще вот этих знаменитостей, чтобы знаменитости ничего не говорили. А ты такой, Адонасом, так что вот этим все ваши писанина, что мы на тебя там денунси эти, как они по-русски, заяву там куда-то написать, да написать, пишите. Особенно мне смешно стало, когда мне стало писать, что написала на меня заяву в этот, в консуладо Руссо. Хотя они сами там вообще это, извините, в связи со всем этим дерьмом, вообще сами там на ниточке держатся. Ой, ладно. Что, ну, так, такая вот сейчас вот жизнь. Я, у меня канал так и называется «Реальная жизнь в Испании. Люди». Я рассказываю про жизнь, какая, что именно сейчас происходит и что я сейчас думаю. У меня не написано, что у меня канал про цветочки и про, про это. Какие-то там цветочки мне, про цветочки и там и про что-то еще, про кустики. У меня же не написано, и не кулинарный канал. У меня так и написано «Реальная жизнь в Испании». Я канал завела не для того, чтобы что-то тут какие-то деньги зарабатывать. Я деньги зарабатываю на работе. Это все так, эти, я не верю в этот YouTube. Сегодня есть, завтра нет его. Это у меня просто для этого, для высказывания своего мнения. А, надо вам показать. Вот это я вот так сделала. Смотрите. Вот оно вот пришло такое мятое. И как я вот груз ставила, и вот так это, ну, конечно, обидно очень. Ну вот. Не выгладилось. Мне так нравится такая бабочка такая, смотрите. Такая классная бабочка. Супер. Ну, вообще, конечно, мне нравится. Это я никому эту картину не буду дарить, она мне самой нравится. Ну, вот такие я вот сделала две. Не знаю, когда пойдем с Лёшей, когда у него выходной будет. Вот это так классно. Это вот оно так переливается, прям как будто снег. Ну, не знаю, видно, не видно. Вот так вот, если глазами смотришь, вот оно прям вообще как будто переливается, как будто вот на самом деле вот это снег припорошенный. Очень красиво. Это как, ну, это какая-то блеклая, не знаю. Мне особо это, мне особо не нравится. Ну, тоже розочки красивые. Чё ты там ноешь, дура? У меня есть ленточка. Вот такая. Я могу прицепить. Это вот мне дали, ну, как солидарность с Украиной. Вот такую, такую вот ленточку. Видите, вот могу прицепить. Положила сюда. Вот прицеплю. Как-нибудь пойду. Слышите, как у нас тут весело? И там что же так много народу? Слушай, мне кажется, там какой-то концерт. Ой, я пойду посмотрю. Как раз одета, одеваться не надо. Ой, пойду я посмотрю. В общем, мне показалось, что там какой-то концерт, но вряд ли. Просто люди гуляют. Ну, тоже погуляю. Тоже погуляю. Я не знаю, но тут никто ничего никогда не объявляет, когда эти концерты будут. Когда что. Вот народ гуляет. Ладно, тоже погуляю. А то эти вот эти... Как клуша какая-то. Как сяду и вот около этого компьютера. И все. Вот тут. Тут такая красотища. Смотрите, себя. Ой, я сегодня на пляже, видимо, сгорела. Ну, у меня куда-то, ну, как-то знобит меня. Я думаю, это немножко перегрелось. Переохладилось? Нет, перегрелось, наверное, скорее всего. Так, мы хорошо с Катей разговаривали прям вообще. Ой, первую вот как начало было такое тяжелое. А, это там какая-то музыка, видимо.
Начала так тяжело, прямо это пошло у меня, что я аж не разговариваю практически сейчас на испанском. И потом уже вот так, потом уже легко пошло. Вот смотрите, что, видимо, по моче покошачьей, видимо, проехал где-то я. Он что делает? Хотя они стерилизованные. Одному сыну не дура лепи, а. Что ты делаешь? Так, это вот мои любимые вот эти помидоры. Вот так классно. Такие вкусные, блин, стоят вообще что-то. Томаты. Они недорого вообще стоят. Евро, что ли? Томаты. Не знаю. Не знаю. Ну, в общем, вообще недорого. А вот, видите, 95 сантимов он все равно стоит, томаты. Такая вкуснотища.